Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях председатель комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при епархиальном совете города Москвы, настоятель храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, протоиерей Андрей Алексеев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей. Приветствую, дорогой Сережа, дорогие братья и сестры. Благословение Господне на вас, такой благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасибо, Господи, отец Андрей, что вы опять и вновь в нашей студии. Забыл только добавить в регалии, что вы духовник Олимпийской сборной России. И недавно вы вернулись с игр юношеских Олимпийских игр, которые прошли в венгерском городе Дьор. И, отец Андрей, вам слово. Расскажите, как прошли эти соревнования, о вашей деятельности и ваших эмоциях, ощущениях. Ну, наверное, стоит с того начать, что это, конечно, большое событие для меня. И большое, потому что, во-первых, это вновь благословение Святейшего Патриарха и ответственность быть священником с той командой, которая представляет твою страну. С той командой, в которой дети. Ну, давайте так, они могут быть большими, очень высокими, часто очень высокими, хотя не все, но в то же время, конечно, это дети. И вот присутствие священника, который должен поддерживать моральное состояние, психологическое, доброе слово произнести, поддержать, внимание уделить тем, которые имеют какой-то уже опыт религиозной жизни, церковной жизни, или, может быть, только начинают свой путь к чему-то важному и значимому в отношении формирования личности в таком большом деле, как соревнование европейского уровня, участие священника, конечно, большая для него. Для меня ответственность. И вновь это действительно событие, которое сподвигает меня после Олимпийских игр в Бразилии быть с командой, тем более, что впервые с юношеской командой приезжает священник. И это встречи, это общение, это живой диалог не только со спортсменами, но и с руководством сборной, с людьми, которые окружают соревнования, с спортсменами и болельщиками разных стран. Но ты пастырь церкви, ты молишься, ты поддерживаешь, ты находишься рядом, потому что, с одной стороны, конечно, разное присутствует там, и то, что сподвигает тебя собираться внутренне, иметь напряжение, а с другой стороны, то, что показывает, насколько удивительное время сегодня Господь дал Русской Церкви быть рядом и со спортсменами в таких серьезных, больших испытаниях. Тем более наша сборная проявила себя очень хорошо. Первое место в общем медальном зачете и с огромным отрывом от ближайших преследователей. Отец Андрей, очень интересно, как вообще организовывается общение со спортсменами? Вот вы летите, у вас там, понятно, вместе со сборной, вы размещаетесь вместе в Олимпийской деревне, как-то вот, как вообще происходит эта организация? Вы знаете, это происходит очень интересно. Ты оказываешься в ситуации, когда ты можешь немного почувствовать себя в положении тех, о ком ты читал. Потому что вот мы открываем литературу, вы ведь тоже, Сережа, учились в духовной школе, закончили семинарию, академию, и мы открывали эти книги по деятельности просветительской, миссионерской, и вот ты оказываешься в таком же положении, но вот на этом пространстве. Вот аэропорт. Вот спортсмены, команды, которые тебя вот так специально никто не представил. Вы знаете, дорогие друзья, вот этот священник. Нет. Ты входишь в пространство, где вот живые души. А ты тот пастырь, который к этим овечкам, патриархам направлен. И вот начинается то естественное живое общение, которое невозможно даже объяснить словами. Оно живое и естественное. Ты с кем-то пообщался и познакомился на паспортном контроле. Подошел кто-то к тебе с вопросом, а вы что, с нами летите?
Твое движение по салону самолета, ты с кем-то идешь, беседуешь, что-то. Ой, батюшка, вы знаете, вот мы проводили отборочные соревнования, нам предложили либо в отеле в Саранске, либо в монастыре пожить. Мы в монастыре жили, и мы выиграли. Вы знаете, такое впечатление потрясающее. И мои ребята, мне тренер рассказывает, они сказали, вы знаете, вот после жизни в монастыре как-то и матом-то ругаться не хочется. Интересно. Или, допустим, такая ситуация. Ты устраиваешь часовню, а ты живешь не в Олимпийской деревне, ты живешь в гостинице, есть правила, по которым ты можешь посещать Олимпийскую деревню только в определенное время. Оно в течение всего дня, но в конце ты должен покинуть Олимпийскую деревню. Вообще, сам твой день, он очень интересен. Ты после того, как каждое утро тебя привозят в Олимпийскую деревню из гостиницы, служишь молебен, всегда обязательно в определенное время. А на каждом этаже, это студенческий городок, где живут спортсмены разных стран. 50 стран участвовали в этом турнире, в этом фестивале. И вот это флаги, знамена. Похоже, конечно, на Бразилию, но все-таки поменьше людей. И вот ты прибываешь в то место, где проживают спортсмены твоей страны. Тебе выделяется специальная комната, которую ты делаешь часовней. Все для этого необходимое у тебя есть, но вместе с этим ты на связи был с епископом Тихоном, владыка Тихон, который отвечает не только за одно из викариатств в нашем граде Москве и носит титул подольского епископа, он еще и является архиереем, который окормляет венгерскую епархию. Владыка приезжал туда, решал вопросы в отношении богослужения, потому что было две литургии. Мы служили в Дьоре, в храме святителя Николая, и вторая литургия в Будапеште накануне отлета. И вот все это, конечно, живая связь. Одновременно с этим и духовенство епархии с тобой созванивались, тебя ожидали, и по списку все необходимое тебе туда предоставили. Часть ты с собой везешь. Часть они... То есть наши православные приходы в Венгрию, да, помогали? Да, обязательно. Угу. Священники, которые внимание уделяли, созванивали, все, что нужно, привезли. Ты с собой взял. Угу. Походное что-то. И они привезли, чтобы не везти, это удобнее на месте. Ты все это организовал. И, понимаете, Сережа, сидеть только в часовне, мало кто придет к тебе. Важно идти. Важно идти и общаться с этими детьми, с людьми, потому что появление священника вот в этом пространстве, оно просто даже появление, оно уже некий знак. И вы знаете, общаясь с теми юными спортсменами, с которыми пришлось пересечься, ты эти встречи, конечно, в сердце сегодня несешь. Когда приходит девушка и говорит: «Батюшка, вы знаете, вот я плохо сплю по ночам. Мне снятся страшные сны». И ты говоришь: «Давай мы помолимся с тобой. Я прочитал, да воскреснет Бог, взял водичку святую, покропил, благословил ее. Она поисповедалась». Приходит на следующее утро, батюшка, не снился страшный сон. И мы с ней еще через какое-то время встречались. Нет, не снился. А потом по приезду еще с ней связывались. «Батюшка, мне больше не снятся страшные сны». Прибегает другая: «Я так прошу вас побывать на соревновании. Пожалуйста, придите вот, на гимнастику». Я приезжаю, тороплюсь, буквально захожу, какие-то вот мгновения, ее прыжок, и он лучший. Она получает золотую медаль. Мы потом в аэропорту встречаемся. «Вы знаете, я так ждала, что вы подойдете. Я вас только увидела, побежала и прыгнула. Лучше всех». Конечно, она опору и поддержку ждет в том, кто с тобой пришел. Да, здесь очень много разного. Давайте будем аккуратны. Ведь всякое соревнование предполагает и те страсти, которые есть в человеке. Но вот для этого священник и находится рядом, чтобы поставить на свои места то значимое и важное, что нужно рассказать, объяснить, попытаться человеку представить это в том виде, в котором ему, начинающему свой путь духовной жизни, кто-то должен объяснить. Ты тот духовный тренер, который должен находиться рядом. Более того,
Не создать ситуацию трудностей для человека, а твой неверный, немудрый шаг, поступок, ведь ситуации разные бывают. Здесь же очень есть сложившиеся отношения между тренерами и спортсменами, руководство сборной, люди, которые обеспечивают порядок, охрану, окружающие сборную люди, которые приехали, волонтеры. И вот священник, который в облачении, с крестом, который идет для того, чтобы помочь всякому из них себя осознавать чадом Божиим, представляющим, если мы о России говорим, огромную страну, где мы должны достойно выглядеть не только на спортивной площадке, но и за пределами ее, и еще, что самое главное, иметь понимание не только этой внешней победы, которая, конечно, значима для спортсмена, но и работы над собой внутренней. Потому что вот эти победы глубокие, значимые, а жизнь в спорте, она порой очень короткая. Эти победы должны быть неким фундаментом дальнейшего пути жизни человека. Ведь эти юноши станут отцами, девочки должны стать матерями, передать по наследству что? Мы рассуждаем о спорте и о здоровом образе жизни. А вот духовная жизнь, духовное здоровье, душа человека, нуждающаяся в молитве, в благодарности к Богу, в уважении к ближним, к родине любви. Кто об этом должен рассказать? И вот ты находишься там для того, чтобы, помолившись в этой часовне, в те предназначенные для этого часы общения утреннее, обычно так, а затем уже общение живое, которое идет и за пределами часовни, и выезд на соревнования. Ты приезжаешь, это и бассейн, это плавание, это и велотрек, это и зал для гимнастики, это и волейбольный, гандбольный манеж. Ты приезжаешь и находишься возле них, ты их поддерживаешь. Ты их утешаешь, ты их вдохновляешь, ты находишься рядом. Ты духовный наставник, духовник. Александр, как раз вот у нас сейчас на заставках будут некие эпизоды соревнований наших девчонок, соперников, пьедестал. Вот. И мальчишек. И мальчишек, да. И вот очень интересно, вот вы, посещая большие соревнования, вот ваши какие-то ощущения, вы переживаете так же, как и все, вот как вообще священнику нужно вести себя в таком большом скоплении людей, иностранцев, других? Ведь сейчас у нас очень тяжелые отношения в мировом спорте. Вот будет скоро чемпионат мира по легкой атлетике, наших спортсменов там не будет. Вот именно какова вот ваша роль, ваше поведение? Вы знаете, Сережа, священник должен молиться в первую очередь. Он священник. Потому что те юные, которые приезжают туда, они в пути. Они в пути к чему-то более основательному и серьезному в отношении не только внешних побед, а в отношении того мира внутреннего, о котором с ними кто-то должен заговорить. Ты пришел трудиться на перспективу, ты пришел посеять или удобрить то сердце, ту почву, которую Господь перед тобой открывает. Он будет взращивать. Ты только поливай. Ты должен помнить, для чего ты находишься в этом месте. В том числе и на каком-то конкретном состязании. Ты должен молиться, поддерживая тех, кто нуждается в духовной поддержке. Ты должен быть рядом. И вы знаете, вот этот момент ощущения присутствия твоего и вот этой значимости, его ощущают и спортсмены, и руководство сборной. Я хочу действительно вот порадоваться отношению к священнику, к Русской Православной Церкви со стороны и руководства Ликвидского комитета, и лично Александра Дмитриевича Жукова, и тех людей, которые стоят у руля нашей олимпийской сборной. Это и Синглеев Владимир Борисович, и Казиков Игорь Борисович. Это люди патриоты. Это люди, которые беспокоятся за то, чтобы не просто мероприятие состоялось, а чтобы Россия была достойно представлена на этих площадках. Более того, это внимание и опека
Это забота о спортсменах, в данном случае о детях. И вы знаете, это деликатность, это огромный опыт работы в этом направлении. И я скажу вот о чем. Ведь я как священник приехал туда, но вместе с тем, ведь я занимаюсь организацией мероприятий, в том числе и спортивных, которые являются частью миссионерской, просветительской работы по патриаршему благословению, которую я веду. Для меня это и уроки, и примеры в том, в чем я могу и должен поучиться у них, и не только у них, а оглядываясь вокруг, в том деле, которое и для нас сейчас значимо и важно. Поэтому здесь настолько интересные горизонты этого взаимодействия, которые они чувствуют. И вы знаете, это все живо и естественно. Отец Андрей, опять вот хочется спросить об отношении к русским спортсменам. Ведь идет некая вот в СМИ, в западных СМИ, травля нашей страны, различные скандалы, связанные с допингом и так далее. Сейчас часто пьедестал был, на вершине пьедестала оказывались наши спортсмены. И какое было отношение вообще вот иностранцев, других спортсменов? Вы знаете, не в пример Бразилии, где были не просто неприятные, неприличные ситуации. Я об этом уже говорил, когда вернулся из Рио-де-Жанейро в прошлом году. Здесь, слава богу, ничего этого не было. Что же касается русской сборной, то действительно наша российская команда побеждала часто. И более того, ведь не будет ряда факторов, побед было бы еще больше, потому что не все спортсмены смогли приехать на эти соревнования. Есть отбор, есть те команды, которые не смогли войти в состав общей сборной. Но даже эти 100 спортсменов смогли так выступить, что 30 золотых, а всего 61 медаль – это лучший показатель за все годы проведения данных фестивалей олимпийских. И, конечно, это триумф. Я вспоминаю бассейн, и вот мне пришлось 6 раз подряд подниматься на гимн твоей страны. Вы знаете, это очень впечатляет. Причем один из моих соседей по тому месту, где мы располагались с болельщиками из руководства сборной, очень так искренне сказал, ну что ж, пусть люди учат российский гимн. Вы знаете, так было отрадно. И, конечно, вот ты ощущаешь чувство радости за свою страну, что вот эти здоровые молодые люди, а ведь это элита, это необычные дети, это выдающиеся дети, которые завтра будут выходить на большие площадки как члены главной команды, олимпийской команды. А вот эти люди, они только мыслят категориями внешних побед, или кто-то с ними заговорит, о самом главном. Отец Андрей, перебью вас. Вот две фамилии, известные в нашем спортивном мире, вообще мировой легкой атлетики, это Елена Исинбаева и Юрий Бурзаковский. Они когда-то блистали еще в конце 90-х годов как раз на этих юношеских фестивалях. А сейчас они говорят весь мир. То есть это вот будущие олимпийские спортсмены. И вот как важно, чтобы у этих детей сегодня, в их сердце, был Бог. А мы рассказывали в прошлой передаче о Бразилии, когда Елене Исинбаевой как раз конфликт, который был, ее же не допустили, и она всех простила. Действительно, это очень достойный поступок выдающейся российской спортсменки, которая показала пример всему миру. Умение поступать с Богом в сердце. Вот этот глубокий момент, который показывает внутреннюю работу. И я общался с нашими легкоатлетами, они помнят это событие, и для этих мальчишек и девчонок это действительно пример для подражания. А для нее, для Лены, это переосмысление многого и очень важный, один из самых важных поступков в ее жизни. Вы знаете, и вместе с тем, конечно, скажу вам и вам, дорогие телезрители, насколько же велика вот в этих условиях роль тренера. И для меня на этих играх в очередной раз вот открывались эти души замечательных людей, воспитанных,
воспитателей вот этого сердечного порыва юных. Ведь вкладывается не только умение что-то совершить на спортивной площадке, в манеже, в ином месте соревнований. Формируется личность человека. И когда ты перед собой имеешь мудрого собеседника, а я таковых видел, и с кем-то особенно близко соприкоснулся, в частности, это Александр Викторович Кариков, который воспитал многих чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр. Он тренировал взрослые волейбольные команды, а сейчас работает уже в течение ряда лет с нашей командой девушек, которые стали чемпионками Европы. И вот он их приводил каждое утро на молебен. Они все приходили помолиться, пообщаться со священником. У многих были вопросы и личного характера. И, вы знаете, это было нормально, естественно. Они возникали своим чередом. Были тренеры гандбольной сборной, девчонки приходили пообщаться. Мы общались и с волейболистами, хорошее живое общение с пловцами, с тренерами этих команд. Замечательное общение с нашими девчонками, которые много получили наград на площадке, где соревнования шли по гимнастике, гребля. Вы знаете, живое общение, теннис, это все тот путь, где человек, встречаясь с пастырем, для себя, решая важные земные задачи, а ведь у спортсмена есть задача, он приехал достойно выступить и постараться выиграть, как можно лучше выступить. Но в то же время здесь же он встречается с тем, кто помогает ему преодолеть в себе что-то. В одной из команд была ситуация, когда не получилось что-то. И вот пришла не одна спортсменка поделиться переживаниями своими, общением с своими близкими по команде людьми, у которых некий конфликт произошел. И она пришла за советом духовным, как поступить. И ты предлагаешь ей поступить по Евангелию. И она поступает по Евангелию за пределами поля и на площадке. И ты это видишь, ты этому свидетель. И именно она добывает самые важные очки, и команда выигрывает. И вы знаете, я потом выхожу после этих соревнований, неожиданно, возле самого входа, уже там, где спортсменки обычно не стоят, она подбегает ко мне и обнимает меня, как отца обнимает дочь. Со слезами благодарности Богу за то, что она в себе преодолела, очень важное преодолела. И в каждом из нас есть, можно подчеркивать, в каждом, да, и гордыня, и самолюбие, и обида, следствие гордыни, преодолела и смогла и себе доказать что-то, и своим сверстницам, причем не в состоянии заносчивости от таланта, а готовности быть частью команды, готовностью осознать себя частью коллектива, где нужно подстроиться, примириться с чем-то. И показав пример остальным, вот в этом явить красоту. Красоту маленького подвига. Это маленький подвиг, но это подвиг над собой был сделан. И эта девушка испытала состояние радости и вдохновения. И что она захотела сделать? Она тут же пришла и благодарность выразила вот так, как она могла, по-детски, по-девичьи. Она подошла к священнику и как отца его обняла с благодарностью Богу за то, что он помог ей пережить в себе. Вы знаете, это дорогого стоит, очень дорогого. И вот такие встречи, когда ты соприкасаешься с сердцем человеческим и понимаешь, что сейчас ты туда можешь вложить нечто важное, значимое, что, может быть, не сегодня, не завтра будет проявляться, но в жизни это дорогого стоит. Отец Андрей, вот интересно поподробнее рассказать о наших спортсменах, как о личностях. Вот возраст спортсменов от 14 до 18 лет. Вот я себя вспоминаю в 14, в 15-16 лет. Я в школе учился. В 17 лет я думал о том, как бы ЕГЭ сдать хорошо. А что это за мальчики? Чем они отличаются, мальчики и девочки, чем они отличаются от своих сверстников простых? Вот? Вы знаете, отличаются. Отличаются, и я скажу, что мне очень понравилась их организованность.
их целостность, их определенная уже в эти годы работоспособность и готовность к самоорганизации. Это сразу выделяет в них и выказывает, вот ты это видишь, людей основательных. Это еще молодые люди, но которые ведут очень суровый образ жизни. Режим, редкое присутствие дома, тренировки, занятия. Вы знаете, вот все это все площадка, основание для того, чтобы вот такому человеку организованному, уже вставшему на путь некой аскезы, но простите, я называю вещи своими именами, ведь у них очень жесточайший режим жизни. Это молодая элита страны. Вы знаете, с ней бывает так легко о вере говорить, потому что они имеют готовность слышать. Насколько, ну, это уже посмотрим, потому что, подчеркиваю, каждый человек — это ведь не только душа, но и тело, не только тело, но и душа. И для каждого составляющего должен быть тот, кто отвечает за эту зону, эту область. Ты никому не навязываешь своих убеждений. К тебе приходят люди, ты к ним идешь, и они обращают внимание, они спрашивают, они прибегают к тебе с просьбой, бабушка умерла у человека, прибегает, а что сейчас делать? Давай помолимся, пойдем в часовню с тобой, литиечку отслужим. Постоял, поплакал человек, помолился, свечку поставил, пришел на следующий день, что еще нужно сделать мне, куда пойти, здесь или там? Вы знаете, кто это все человеку подскажет, как совершить? Священник. Священник, но не резко, не навязчиво, не заставляя, а призывая помнить о том, что каждый из нас — Божье чадо. И для каждого из нас он открывает некий путь, где сейчас, в момент напряжения твоего, кто-то должен быть рядом. Эти молодые люди, эти девушки и юноши действительно отличаются от многих из тех, с кем я общаюсь сегодня, потому что у них есть цель в жизни. Да, она земная, но она очень сильная. И в то же время, когда уже некий путь движения к цели пройден этими людьми, с ними легче говорить о самой важной цели в жизни. Они готовы это слышать. Более того, они имеют рычаги воздействия на душу, на которые уже нажимали их тренеры, их воспитатели, их наставники. И вы знаете, это такое поле для деятельности, это действительно радостная возможность говорить с людьми на языке, который для них известен. И потом, ведь дети более открыты для Божьего Слова. «Будьте как дети», сказано. И вы знаете, это сильно отличалось от того, с чем я сталкивался в Бразилии. Часовня наполнялась несравнимо с Рио-де-Жанейро. И общение было более частым и массовым. Но есть и одна особенность. Общение чаще было недолгим все-таки. Это все-таки дети. Для взрослого, кто уже прошел некий путь, уже есть большее осмысление чего-то. И вот тут разговоры были длиннее, обстоятельнее. А с детьми ты чувствуешь, что достаточно. Вот ты пообщался, и вот тут мера должна быть, чтобы не утомить чем-то. Вот завтра продолжим. Завтра еще раз. Послезавтра. Или какое-то событие, которое их приведет. А ты рядом. И они знают, что ты уже здесь, что ты есть. Очень интересно. Вот вы испытывали какие-то либо трудности вообще во время своей деятельности? Допустим, бывает, я встречал некие комментарии под, допустим, статьей, где вот говорится, ну, что есть духовник у сборной России, что зачем вот батюшки и туда лезут. Вот, и вообще какое-то вот в обществе бывали какие-то разногласия, противники, потому что, к сожалению, это часть нашей жизни, когда Сережа, противники, да, я есть. Понимаю, что вы говорите, но вот там я этих трудностей не испытывал. Были те, кто вежливо просили, батюшка, знаете, я вот, можно вот здесь сам, меня вот водичкой святой не нужно кропить. Ну, конечно,
Ну что вы, разве я могу кого-то заставить быть окроплен святой водой? И ты вежливо уклоняешься от того, чтобы какие-то вот такие, может быть, возникающие у человека недоразумения сейчас не обострить. Ну не готов человек. Угу. Все, ты обходишь ситуацию. Но это единичный случай. Вот. Более того, если кто-то не готов, а ты ведь приехал, у тебя иконочки, святыни, и святая вода, и люди приходят и просят, а можно мне вот эту, а можно пояс взять с молитвой, а можно эту иконочку, а вот эту, а можно, а если вот такая, а можно крестик, разобрали все, почти все разобрали, с готовностью, с желанием, но есть те, кто, может быть, не являются христианами, проблем не возникало, ты подошел, поздоровался, пообщался, поздравил, поддержал, доброе слово сказал, и вы знаете, вот тут так же, как в Бразилии, ты испытал ощущение части жизни в команде, где, ну да, у людей другие, может быть. Отец Андрей, вот простите, пожалуйста, тут пока у нас на заставке вот фотография, где вы, вот расскажите, пожалуйста, вот кто это к вам пришел? Это волейбольная команда, как раз-таки да. Вот и Александр Викторович Кариков, и девушки, те самые чемпионки Европы, которые третье место здесь взяли. Замечательная команда, с которой мы продолжили общение, и они приезжали к нам через несколько дней по окончании этого фестиваля. Были на подворье, приезжали к нам, выпускали белых голубей. У нас такой, знаете, есть наш приходской кот, замечательный барсик. И вот как они с готовностью брали его на руки, а потом прошли экскурсии по подворью, мы их угощали вкусным обедом со сладостями, с фруктами. И потом, сколько же было вопросов у них, они подходили с личными вопросами к священнику. Это здесь наши девочки гандболистки, и гимнастки, и вот тренер как раз-таки по плаванию. И маленькие совсем. Маленькие, совсем, да. Но, между прочим, вот 15-14 лет. Вот как раз-таки здесь, знаете, сложнее всего было смотреть, как выступают девчонки эти, как это вот можно... кувырок совершить, сальто на бревне, у которого 10 сантиметров, вот тут, сказать, вот это расстояние, где нужно эту ножку поставить. Вы знаете, какой же труд. Вот эти девочки работоспособные настолько, вы знаете, вот это вот труженицы, ты чувствуешь, что это вот труженицы, прошедшие уже большую школу жизни. Ну, конечно, их выступление – это потрясающая большая работа. И это действительно впечатляет их талант. Талант к тому, чтобы преодолевать себя, Сережа. Преодолевать себя. Рано взрослеют, получается так. Да. Вот глаза у этих девочек уже могут быть не детскими. Потому что здесь порой и боль от травмы, здесь и скорбь, потому что редко встречаешь домашних родителей от того, что не хватает тепла. Ну, ты и должен дать его, это тепло. Явить его присутствием своим. А уж дальше оно, естественно, проявится в тех, которые его ищут. И, вы знаете, это вопрос радости и благодарности. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, что интересно было? Когда тренер команды, и не один, подходил и радовался тому, что священник здесь есть. И вспоминал свои годы. Это, вы знаете, батюшка, вот с нами никто не ездил. А так жаль. Я вот ощущаю, что здесь есть часовня, есть священник, можно детей привезти, сам могу прийти, свечку поставить. Как хорошо, что это есть. Как раз вот ваша часовня здесь и на фотографии. Да, да, здесь наша часовня. Скромненько. Да, наша часовня. Вот такая походная часовня, да. Очень интересно. И вот вы начали уже тему про волейболистов, которые приехали к вам на приход непосредственно. И это уже не первое общение со спортсменами. После Бразилии, насколько я помню, к вам гандболистки приезжали. И гандболистки, и девушки, чемпионки по синхронному плаванию, и по фехтованию. И сколько уже после этого было всего разного. И крещение, и венчание, и встречи, и собеседование, и звонки, общение и поздравления. Да. А вот вы знаете такой интересный момент. Девчонки пришли гандболистки на молебен. Угу. И вот ты общаешься с ними, и после молебна уже беседуешь. А потом я взял телефон и набрал чемпионку Олимпийских игр Владу Бобровникову. И говорю: Владочка, а вот сейчас девчонкам что-нибудь скажите хорошее.
в преддверии важного матча. И она такие теплые слова нашла для них. Они стояли и слушали ту, которая, конечно, для них пример для подражания. А плюс ко всему, Влада сейчас беременна, и ты молишься о ее здравии, она живет в Италии, и вот как важно, чтобы продолжалась эта живая связь. И она просит твоих молитв, и она им поклон передает. И тренер обращается к ней: «Спасибо, Владик!» Чувствуется семейная обстановка, теплая обстановка. И ты соединительное вот такое устройство, ты инструмент в Божьих руках для того, чтобы это все произошло. Ты их соединяешь. Им сейчас что-то важное нужно получить. Или еще эпизод, допустим, знаете, какой интересный. Mm-hmm. Мне звонит волонтер, это отдельная тема с волонтером, Наташа Салмина, мы с ней познакомились в Бразилии. Вдруг смс-сообщение: «Батюшка, хочу поисповедаться, испытываю потребность в покаянии». Мы созваниваемся, приходит молодая девушка, она сама спортсменка, волонтер, хирург, человек, которая прошла определенную уже школу в лагерях, где занималась талантливая молодежь, где воспитывались лидеры. И вот так мы с ней познакомились. Она пришла к нам на приход. Она поет в хоре в нашем приходском. И она полетела в Диор специально для того, чтобы петь литургию. А литургию служили там же, в часовеньке? Нет. Литургию служили в городе, и потом в Будапеште, в Диоре и Будапеште. И вот она пела на клиросе и в Диоре, и в Будапеште. Мы думали, как это все будет. А вдруг некому будет петь? Вот так оно и вышло. В Диоре два человека, священник и Наташа, пели литургию. И вот Наташа была в как раз-таки команде волонтеров. Поздний вечер уже, дело к полуночи, она мне вдруг смс-ку шлет: «Батюшка, нашли телефон, может быть, нашей сборной кого-то. Вы не поможете?» Я стал выяснять, написал смс-ку девчонкам-гандболисткам. В автобусе потеряли телефон мобильный. Представьте себе, ночь, священник, капитану команды, у нас уже есть связь, мы обменялись телефонами, потому что уже предполагали, что это все-таки сборная по гандболу. Я пишу сообщение: «Надюша, так зовут капитана нашей гандбольной сборной, девичьей, у вас, девчонки, телефон не теряли?» «Да, батюшка, это наш телефон, мы уже так расстроились, полагали, что он уже потерялся, все, не найдем». И вот ночью священник состыковывается, созванивается, списывается с капитаном команды, и через священника находится пропажа. И приносит в олимпийскую деревню телефон, который был потерян в автобусе. Вы знаете, и это опять же совершается через пастыря церкви. Почему так? Ну почему так? Это что, случайное стечение обстоятельств? Но знаешь, что интересно? Я, когда стал общаться с девчонками-гандболистками, они к тебе относились уже как к давно знакомому человеку. Потому что вот то общение со взрослыми гандболистками, тот сюжет, который вышел, где приезжали девчонки, эти чемпионки Олимпийских игр к нам на подворье. Ну, я прошу прощения, мы так общаемся, я их так могу позволить мне назвать. Это вот такое живое общение. Они и сейчас приезжают, буквально в канун отлета в Венгрию приезжала со своей семьей Майя Петрова из Ростова-на-Дону. Она приехала, двое детей, муж: «Батюшка, хочу вас познакомить». И вы знаете, вот эту машину, которую президент нам вручил год назад, я специально ее не освещала, можете вы ее осветить? Это отношение к тебе, это доверие к тебе. И ты понимаешь, что за этим многое стоит. Потому что в течение года вы созванивались, у нее вопросы были. Она испытывала потребность с тобой что-то разделить, очень глубокое, внутри ее души. Вот это очень важно. В жизни потом многое может произойти, но дальше что-то будет идти. Вот сейчас у меня ситуация очень интересная. Приходит в храм молодой человек, я его вспоминаю, мальчишка играл за футбольную команду, был лучшим бомбардиром чемпионата воскресной школы по футболу. Потом пропал годы. Прошли годы, и вот он, Дима, стоит в храме. «Отец Андрей, я вас нашел, вы знаете, я женился, у меня ребенок родился. Я вас прошу, можете именно вы покрестить его? Я помню, как мы общались с вами, я пришел в ваш храм, можно вот, конечно, Дима». И собеседование с ним, и с его супругой, и с крестной. И исповедь, они пришли, поисповедались, причастились.
Он мне звонит: «Батюшка, вы знаете, вот не получается в этот день прийти, можно ли в другой?» «Конечно, Дима». Перезвонит крестная: «Как подготовиться к исповеди? Вы знаете, я забыла, какие каноны читать. Для меня слово такое странное, каноны, что это такое?» Слава Богу, что спрашивают. Так об этом ты и речь. Вы знаете, это молодые люди. В их жизни уже есть церковь, есть священник, есть понятия, с которыми можно прийти и посоветоваться, и можно позвонить в любое время. Мы когда прощались, а телефоны есть у многих из них: «Ребят, девчонки, мне можно звонить в любое время. По вопросам вас беспокоящим. Все, что я могу для вас сделать, чем могу полезен, я буду полезен. Я готов вас поддержать, принять, встретить, утешить». Разве это не замечательно, когда есть такая возможность сегодня этим всем заниматься? Это милость Божия. И, конечно, это патриаршее благословение, которым я очень дорожу, и которое для меня, как для пастыря церкви, очень ответственно. Это действительно вот такая, пусть маленькая, но важная миссия. И ты ощущаешь, что и тебя это ко многому обязывает, собирает. Ты находишься в напряжении, но напряжении, которое тебя вдохновляет и радует. Потому что ты инструмент в Божьих руках. Ты можешь принести пользу и открыть двери сердца человека перед тем Христом, который должен войти туда. А ты его слуга, а ты привратник. Ты открываешь эту дверь, Господь туда входит, и они чувствуют радость от того, что они с ним встретились. Разве это не здорово? Это прекрасно на самом деле. И у меня такой вопрос возник. Вот смотрим мы на этих маленьких девочек, 14-15 лет уже, и чемпионки. Сережа, они порой по 2 метра. Ну и по 2 метра. Но это дети. Ну вот это дети, которые всю свою жизнь, а ведь это же не быстрый процесс, это с самых маленьких лет они ведут уже свою спортивную карьеру. Я так полагаю, что дети, которые, может быть, не получили то детство, которое получает обычный рядовой наш ребенок. И у меня вот возникает вопрос, а вот, может быть, он такой резкий немножко, может быть, не совсем вот в духе нашей программы, но я думаю, что вы некий позитив в этот вопрос, отвечая, внесете. Вот обоснованно ли вот это вот труд этих маленьких девочек, которые лишаются всего? Получается, что они всю жизнь тратят на спорт. В 20 лет они могут выйти на пенсию, потому что травмы, которые порой не позволяют дальнейшую жизнь вести спортивную. Вот как к этому относиться? Что это такое? Может сказать, что спорт тоже какое-то некое служение? Вот как правильно относиться к этому? Вы подняли вопрос очень важный и непростой. На него невозможно однозначно дать ответа. Но ответить нужно на него. Давайте будем внимательны вот к чему. Конечно, всякое дело, которое мы делаем в жизни, оно имеет разные стороны. И знаете, есть такое удивительное рассуждение у людей святой жизни. Они пишут: «Ты должен научиться всякое свое дело совершать как богослужение». Как это? А вот обращаясь к Богу, сегодня, вот на этом этапе твоего становления, ты сегодня с Богом можешь встретиться и начать жить иначе. Ведь с ними кто-то об этом должен заговорить, с этими детьми. Да, они пришли в спорт. Да, у них есть определенные задачи в этой жизни. Но с ними мог никогда никто об этом не говорить. Хотя со многими кто-то говорил. Да, какие-то есть ориентиры сегодняшнего дня, но разве ограничивается жизнь только этой победой или поражением? Разве даже в эти 20, 30 или с небольшим лет уход из спорта – это конец? Вы знаете, мне очень понравилось вот что. Мы встречали этих детей в волейбольную сборную, и мои большие помощницы, руководитель нашей хоровой студии Агнеца, Ангелина Глухова, ее дочери Даша и Настя пели для них. Сейчас наш большой хор на каникулах. А вот эти трое, они прилетели в 5 утра, приехали на подворье, оделись в костюмы концертные и
После окончания службы в спортивном комплексе, где потрясающая акустика, они пели народные и народные песни и духовные канты. И потом, когда мы общались, на вопросы этих девчонок, отвечая или пожелания им произнося, они говорили о главных ценностях, что не ограничивается только спортом ваша жизнь. Нужно подумать и о семье, о создании ее уже сегодня, размышляя о нравственности, о целомудрии. Это говорили их ровесницы. Это говорила мать четверых детей, которая пела для них и переживает как мать за них, потому что теперь эти девочки тоже часть нашего прихода, потому что они к нему имеют отношение, поскольку я несу послушание духовника этой сборной. И вы знаете, с каким теплом и вниманием слушали и девочки, и тренер, который потом за столом в трапезной сказал: девчонки, а вот то, что вам сейчас пожелали, вот ваши ровесницы, это очень важно. Да, вы должны сейчас добиваться чего-то, но это на время. Вы должны сейчас и образование получать, и подумать о той музыке, которую вы слушаете, о тех книжках, которые вы читаете, о тех фильмах, которые вы смотрите, и о том, кто ваш советчик в жизни. Вот такова роль тренера. Он поднял темы и поднимает с ними нравственности, ответственности. Вы знаете, я порадовался тому, с какой заботой этот человек беспокоится об этих девчонках. Да, перед нами есть сложные проблемы, которые имеют место быть в спорте. Но ведь, дорогие друзья, священник идет в то место, где есть душа человеческая, души многих людей. И их призывает осознать себя в этом мире Богом любимыми. Для каждого человека, спортсмена, шахтера, преподавателя, юного, взрослого, можно взять любой спектр жизни нашей современной, сегодняшней, и найти человека любого, с кем можно о Христе заговорить. Дальше он может откликаться или нет. Вот эта команда откликается. Эти люди готовы принимать в этой жизни не только задачи, имеющие отношение к внешней победе, но и внимать голосу того незримого Бога, которого они слышат и чувствуют. И вы знаете, я это испытал как священник в большей степени. Причем, вы знаете, я это испытал здесь не только общаясь со спортсменами, но и с теми людьми, кого-то из них я назвал, кого-то я не назвал по имени, потому что немало людей обеспечивают организацию жизни этих спортсменов. Вы знаете, это огромный труд. И какое уважение я испытывал в отношении себя, священника, который делает свое дело. И еще уважение к тому делу, которым ты занимаешься. Нужно ехать на соревнования, но они ждут, эти выдающиеся люди, которые в прошлом были спортсменами, они сейчас функционеры в мире спорта, они ожидают окончания молитвы, общения, встречи, и потом с тобой вместе выезжают, чтобы ты тоже и там побыл. Ты был вместе с ними, как один из них сказал уже в преклонных годах человек. Вы знаете, батюшка, да, мы, наверное, ну все, вот большинство здесь верующие, но вы как священник, вы ближе к Богу. И ваше присутствие для нас важно, потому что вы ближе к Нему, вы нас можете поддержать, мы в этом нуждаемся. Вот очень важный момент. Да, у каждого свой путь. Да, сегодня кто-то в большей степени готов, кто-то в меньшей степени готов, чтобы идти. Но это те, кто открываются перед Богом, Создателем этого мира и Небесным нашим Отцом. И еще. Вы знаете, я для себя вдруг осознал, и меня это, конечно, вот потрясло. Но кто я такой? Я маленький человек. Да, пастырь церкви. Но для меня вот это событие потому еще вдохновенно и радостно, что ведь там, в Венгрии, было 50 команд, и только в одной команде был священник. Не будем обо мне лично говорить. Я о факте того, что только в одной команде был священник. Только, получается, один олимпийский комитет обратился к церкви, чтобы прислали пастыря. И церковь откликнулась. И священника прислали, чтобы он там находился. Вы знаете, это момент единения, когда ты со своим народом находишься и здесь, в том месте, где народ, люди, нуждаются в Боге, к
которому ты призываешь, находясь вместе с ними, на этом испытании, потому что это испытание. И ты должен быть и в победе, и в поражении рядом, искать нужные слова, молиться, звать Господа и их поддерживать. Отец Андрей, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Мы вынуждены закончить разговор. И вот я бы хотел, чтобы вы будете встречаться еще с многими спортсменами от нашей команды телеканала «Союз», пожелать им удачи в их достижениях, их спортивных свершениях и так далее. Мы всегда очень болеем, всегда переживаем, и нам всегда радостно слушать русский гимн на различных спортивных форумах. Это, можно сказать, даже я обращусь от всех наших телезрителей, кто нас смотрит, кто нас любит, и кто любит свою страну и переживает за нее всем сердцем. И желаем вам уже успехов в ваших трудах, помощи Божьей, терпения и сил для грядущей поездки на зимнюю Олимпиаду в Корею. Спасибо, Сережа. Прошу, дорогие, и ваших святых молитв, и обо мне грешном, и о тех соревнующихся и труждающихся. Вот такой термин в молитве, которую патриарх читает от спортсмена. Соревнующихся и труждающихся. Тех, которые ожидают с Богом встречи. А когда она совершается, несут эту радость и продолжают двигаться к этому свету Христову, который просвещает всякого человека, живущего в этом мире. В гостях у нас был председатель комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ города Москвы, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, кандидат богословия, кандидат исторических наук, духовник Олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч, берегите себя.